Что нужно человеку, чтобы быть здоровым, красивым и жизнерадостным? Одним из составляющих этого состояния является занятие спортом. Все большее количество жителей нашего города осознают этот неоспоримый факт. В субботу 20 мая в городе и в районе проходило множество различных спортивных соревнований. В школе номер 7 города Видное состоялся турнир по настольному теннису, где ребята разных возрастов, а также взрослые, демонстрировали свое мастерство в ловкости и четкости. В этот же день проходили первенства по волейболу и стритболу. Очень мало информации. Честно говоря, я вот не слышала. Может быть, какие-то и проводятся мероприятия на стадионе. А вообще, вот как бы я понимала, что лучше всего организовать, вот как день города проходит у нас там концерты, различные там мероприятия, так и сделать вот такой вот день города, вот именно спортивный. Вот вы знаете, как интересно будет. Спортом увлечены в нашем городе дети, подростки и старшее поколение. Вот чем больше будет мест, где им можно заниматься, они сами туда придут. Это мое мнение. Хотя каких-то организационных мер я тоже не отрицаю, это тоже нужно. Маловато и площадок детских в городе, маловато. И они не так хорошо оборудованы. Хотелось бы получше. Ну, вот, видимо, с вводом нового комплекса спортивного положение поправится. Людмила Медведева, Константин Брылов, Ольга Орлова. Видное ТВ.